Нам предстоит с вами насладиться еще и тайбрейком. А им испить чашу до дна. Но сейчас в этом, конечно, больше заинтересована Саманта, потому что она проигрывает. Для нее это шанс побороться еще все-таки за победу. Ну а Вика будет стремиться решить все вопросы именно в этом гейме. Аут. 15-0. Ну, Азаренко, по-моему, решила все-таки проверить. Ну, создавалось ощущение, что все-таки мяч вылетал за пределы боковой линии. Да, так и есть. Азаренко has one challenge remaining. 15-0. Вот этот обратный кик получится. Такой резкий не вышел. Стосер справился с подачей Азаренко, но следующим ударом была не точна. 30-0. Перевод. В принципе, пыталась менять темп Стосур, что, в общем, ей в какой-то степени помогало на протяжении всего матча, особенно во втором сете. Но эти подрезки на этот раз были простыми, удобными. Они не имели никакой скорости. Они высоко летели. 30-15. Какую красивую комбинацию провела сейчас Стосур. Она заставила себя играть так, как будто игра только начинается. Настолько легко, свободно, так темпераментно, все время забивая соперницу. Защищалась, и очень неплохо защищалась Азаренко. Но все равно чувствовалось, что еще немножко, еще прибавить, и уже инициатива полностью будет в руках у Стосур. И она и добилась этого. Преимущество 40-15. И снова ошибается Вика. И тайбрейк. Вот такой получился бескомпромиссный этот матч четвертьфинала US Open. Первый четвертьфинальный матч женского турнира. Он должен определить первую участницу полуфинала. И именно тайбрейк рассудит, кому же играть в полуфинале, кому продолжать борьбу. Мягкая рубка. Первый прием выполнила Сэм. Ни о чем не говорит. Сейчас она будет подавать сама. Сейчас мы посмотрим, насколько она волнуется. Не готова ли она биться так же, как до этого. Нет, не готова что-то.
Второй срыв подряд. Ну, уже на своей подаче. Это уже опасно. И третья ошибка подряд. Вот столько было сил затрачено на весь этот матч в течение 2 часов. И так вот неудачно стартовать на тайбреке. Не знаю, ну, вспоминая те предыдущие игры, Саманта Стосур, могу вспомнить, что и тогда, когда Лена играла против Стосур, она тоже вела на тайбрейке большим преимуществом, но Стосур все-таки заиграла рискованнее. А здесь 4-я ошибка подряд. 4-0. Ответный удар неожиданный выполнил сейчас Сэм. Такое ощущение было, что она просто не успеет к этому мячу. Давайте посмотрим, как она это сделала. Вот она почти полусмешем каким-то ответила. Боковым таким, подрезанным полусмешем. Почти ни на что не рассчитывая. Если бы она уж этот мяч проиграла, то тогда бы шансов на борьбу не было бы никаких. Ну и сейчас ситуация далеко не простая, но еще можно что-то исправить. 4-1 впереди Азаренко. Река ошибается на приеме. 4-2. Сколько владеет собой сейчас Азаренко, мы не знаем. Потому что в такой критической ситуации на этом турнире она не оказывалась. Она у всех выигрывала очень легко. И вот сейчас ей придется впервые проверить себя. Не получается первая подача. Стосур. Перевод неплохой сделала Саманта. Слегка мягковато для такого счета отвечала Вика. В общем, имея такое преимущество, она должна была, наверное, играть рискованнее. Ну, это можно рассуждать сколько угодно, сидя далеко от этого корта. Вот сейчас 4-3. Уже преимущество минимальное. Но все-таки подача. И 5-3. Ну, сейчас Вике, конечно, необходимо выиграть следующий мяч, чтобы получить матчболы. Не получается первая подача. Еще дальше пошла вторая. Ну, можно было это предвидеть, потому что сейчас такой был критический момент, такой опасный, такой сложный. Можно было все выиграть и можно все проиграть.
Сейчас 5-4. Такое большое преимущество, которое растаяло на наших глазах, это тоже сейчас небольшой такой нокдаун по Азаренке. Но хватит ли спокойствия ее соперницы, это тоже вопрос. Подала, здорово. Сыграла на выигрыш, на ура, что называется. Счет равный по 5. Сейчас обе могут получить матчбол. Какая умница Вика. Все, что угодно можно было сделать после вот этого вот странного такого удара, такого нетбола, который непонятно кому помог вначале. Но Вика приняла такое неожиданное для такого момента решение. Крайне неожиданное. Значит, она сохраняет хладнокровие. Значит, она способна мыслить. И получает матчбол. И на матчболе подает. Все. Закончилась эта нервная борьба. Это тяжелейшая борьба для Вики. И, может быть, ей чуть-чуть повезло, что дрогнула рука у Саманты в последний момент. Но сама она, несмотря на все волнения, несмотря на то, что она так смертельно боялась сдать еще одну двойную ошибку, это было видно, потому что она подавала с первого мяча такой дрожащей рукой, что мяч еле долетел до сетки. Она все-таки сумела выдержать. Сохранила за собой звание первой ракетки. Теперь, независимо от результата этого турнира, она останется на первой позиции после окончания US Open, даже если ей не удастся пойти дальше. Вышла впервые в своей жизни в полуфинал этого чемпионата. Это несмотря на то, что уже дважды была в полуфиналах Уимблдонского турнира, уже выигрывала австралийский чемпионат. А вот здесь она останавливалась всегда на третьем круге. Она приветствует сейчас Саманту Стосер, которая оказалась настоящим бойцом, но свои полномочия чемпионки.